Чувак, вылазь! Медведь! Походи! Такой дурак. Всякими полосатые такие, цветастые, с какими-то красными, оранжевыми прожилками. Вот. А на песке, соответственно, такой вот прототип, так сказать, поймали Васеньку. Вот. Вася сегодня с нами ночует, завтра мы его, конечно, отпустим. Вот. Сегодня уж послужит, так сказать, прототипом для мушки.
рабочее место вязальщика в Омане. Такой вот столик соорудили. А вот на такого крабика пацанских размеров вчера уже в ночи такой сел и рванул в сторону океана. Какой, какой стиль использовал, когда выплывал? Брасом? Надо было бутерфляем. Ну, ну покури теперь. Thank you.
достойное завершение рыбалочки у нас. Аманский лещ, джекишечка маленькая и какая-то неизвестная. Грэндслэм для убогих называется. Грэндслэм для убогих называется. Джайнт трава. Ну, что Бог послал, так сказать. Вот, а прям тут мы и мушки вяжем. А вот довольные люди сейчас будут кушать. Можно уже, да?